Единственное, тут бы с тремя ЛТшками. Сейчас или будет турбобой, ребят. Потому что, ну, тут, понимаете, да? Засвет потухли, засвет потухли. Разрабы подслушали. Ну, видишь-то, Александр, еще такое дело, что ЛТшек много сильно, ребят. Ну, много. Я же говорю, тут, в принципе, засвет и потухание сразу будет работать, ребятки. Просто моментальное потухание. Значит, в этих имеют возможность стрелять, да? А, вот он едет, смотри. Вот так. Ну... Ну, туда же, стоит, стоит танк, стоит, алло, стреляем. Танк стоит там, на месте, на своем, на законном. Никто его ни 5, ни 6. Соточки он получает пока без меня, а? Надо, кстати, чуть-чуть же переотвыкнуть. Переотвыкнуть от чего, ребят? Да от того, что на оглушку надо играть. Я не знаю, почему не кидали 183-ю. Вот это вообще обидно. Я ее на гусеницу поставил. Точнее, не я, а ну, кто-то поставил. А я по ней нормально нашвырял, и никто кидать не захотел, а? 183-я. Может, дашь разок в этого? В4-го. Спасибо. Толку с того, что ты стоишь там в этих, вообще никакого не вижу. Вот какой толк, что ты стоишь там на... Вот здесь вот, вот смотрите. Она же тут специально угол посла. И в итоге... В итоге ноль толку. Смотрите, кто. А по ней никто по моему урону, короче, не дал, ребят. Никто по ней, по моему этому стану не дал. Чтобы вы понимали просто. И теперь вы боитесь, я так понимаю, занять гору, да, хлопцы? Вот это ужас просто. СТБшку забоялись, стяжи, вот эти все, эти, нормально. Сейчас сотки еще приедут, вы еще больше бояться начнете, я вам говорю. Ого, смотри. Ясненько. Накрыл, это по-нашему. Это знаешь, как, да, вот это, как отметки брать, типа. Как начинаешь брать отметки, никто не стреляет по оглушению. Вот это вот момент такой, да? Это соточки еще не приехали. Да хватит дергаться, и пятый. И опять продолжают не стрелять по оглушению, понимаете прикол? Смотрите, что делается. Блискавица не пробивает? Вы серьезно, мужички? Вы серьезно? Еще раз говорю, блискавица не пробивает? Надо этому стан давать. Сразу же снял оглушение, видали? А я ближе стараюсь подъезжать, ребят. Наоборот. А ИСа 7 уже просто потухаун сделали. А я ближе стараюсь. А тут у нас стерва стоит. Блискавица вообще никого не пробивает. 40-процентный просто киборг. Просто 40-процентный киборг. Вот и все, ребят. Теперь нужно откатываться. Еще ни одного урона по моей оглушке нету, ребят. Ни одного. Представляете себе или нет? Никто еще не стрелял по моему оглушению. Блискавица он, смотрите, что вытворяет. Просто ужас, да? Мы уже сливаемся. Приветики. Приветики-магнетики. СТБшку сейчас не пробили, ребят. Вы поняли этот момент? Сейчас не пробили СТБшку. Мы уже проигрываем. Обидненько слегка, конечно. Очень даже, не то что слегка, а очень обидно. И дальше творится.
Я оглушил или нет? Ну, чуть-чуть я оглушил. Чуть-чуть я оглушил, и все. На самом деле он сбросил даже оглушение. Так, а что мы можем вам помочь? Ну, сами тут не хотите помочь себе? Там оглушенный танк, если что. Че, всем по боку на это? Всем по боку на то, что я делаю вообще в этой игре, или нет? Или как-то будем все-таки мириться? А? Пацаны. Накрыл. Ну хоть кто-то может дать урон туда, или он вообще не подставляется никуда? Блин, 6 снарядов осталось, ребят. Прям вообще обидно. Опять накрыл. А толк есть с этого, что я накрыл? По-моему, как не особо-то... Ой-ой-ой-ой-ой, блескавица убила. Там ебр. Ясно, нужно вперед смещаться. Нас ЛТшки поджимают с той стороны. Хорошо, добили все-таки этого дракона. И то сойдет, так сказать. Мы тебе дадим оглушку или нет? Я могу дать оглушку, но снарядов мало. Вот, вот это нормально, снарядов. Может, кто ему даст там? У нас тестолет здесь, ребят. Твою ж мать. Вот в кого надо было стрелять. Я не прав. А иначе нас тут кокнут ни за что. А больше никто в него стрелять не может, да? В этого блескавицу эту. Или, а, он оглушку снял, да? А, ну конечно, сейчас же вы раздали, да-да, я понял вас. Да здравствует наша игра. Самая гуманная игра в мире. Ну здесь где-то пацаны еще стоят, только они не светятся. Вот это обидно. Вот это обидно. Ну смысла нет. Вот это вот оглушение вообще смысла для меня не имеет никакого. Да, бат пусть. Мне ж именно по оглушению нужно наносить. По оглушке, по оглушке. А кто еще есть? Сотка светится, блесковица шотная. Е4. Вот Е4, по-моему, с хпшками еще, ребят. А он там. Во, обидно. Как? Мантикорка, я сейчас помогу тебе, заяц. Можете? А, он снял хп, я понял. Он снял мою оглушку. И у меня 2 снаряда осталось. Пипец, как обидно. Пипец, не пипец. Е5 у них уже уходит. Может убрать эти вообще ББшки и обычные. Сколько у него еще оставалось там? 1300. Ну жаль, мантикора не светит, вот это обидно. Сколько у 105-го? О, он фуловый, ребят. Вот нам бы где-нибудь бы Е4-го бы подкараулить. А где он? А он мог в кусты сюда стать или нет? Оглушись. Бьем, ребята, бьем, 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 бьем. 9 секунд, бьем, говорю. Раз, бат, еще. 2, еще. 3, хорошо. Умница.
Так, а теперь ожидаем, сколько у ЛТ-вода осталось. 1000 ребят у него осталось. Где его ожидать теперь, а? Он мог уже и к арте поехать, в принципе-то, да? Вообще нас по коньяках. Что, скорее всего, да, ребят? 1000. А может его пробить, попробовать с повышенного? Так а толку? Ну да, он к арте поехал. Бляха. Зачем я завалил дерево? Спросите меня, пожалуйста, зачем я дерево завалил? Бат 200 хп. Я его и так пробил на 800. Боже, красота, я его пробил просто. Просто жесть. С обычного фугаса пробил, ребятки. Тобой попахует мастером, если что, вдруг. Лучше бы я его, конечно, просто оглушил, а мне по ассисту зашло. 100% мастер, ребятки. Красотища. А? 4300 урона, 3500 ассиста. Жесть. Мастер. Костолом. Медаль горы. Поддержка. Просто шикарнейший бой, который заслуживает на ваш лайк и вашу подписочку.